Наталье 16 лет, и она попросила не показывать ее лица. В центр репродукции девушка пришла за консультацией по контрацепции. Юных пациенток врачи относят к группе риска, и именно поэтому к ним такое внимание. Областной центр планирования семьи выступил с инициативой на один день ввести мораторий на аборты. Этот день просто привлекает внимание всего населения, что это нежелательная операция, что желательно рожать. И есть какие-то ситуации, есть психолог, который может им помочь, выручить и посоветовать. Мы все время стараемся как-то привлечь население к вопросу здорового образа жизни, здоровья, сохранения репродуктивного здоровья. Тамара приехала в центр планирования семьи вместе с мужем. Ребенок для них первый и долгожданный. Девушкам хочу пожелать не думать о таких вещах. Все-таки это чудо такое. Мы против, категорически против абортов. Сегодня в областных медицинских учреждениях не провели ни одной процедуры прерывания беременности. 16 и 17 октября в Самаре продолжатся профилактические беседы с подростками, раздача бесплатной контрацепции и консультации специалистов. Решение действительно очень сложное. И вот это вот первоначальное решение прервать беременность, оно все-таки на эмоциях и от того, что страшно, неизвестно. А на самом деле выход есть всегда. Очень важно, чтобы у человека была поддержка. Наверное, для этого и предлагают консультацию психолога перед прерыванием беременности. День отказа от автомобиля, день без курения, час без света. В этой жизни каждый делает свой собственный выбор. День без аборта в Самарской области проводится впервые. И здорово, если хотя бы несколько женщин передумают прерывать беременность. Тогда эту акцию уже можно будет назвать успешной. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События.